Здравствуйте, меня зовут Алексей Халецкий, а вы продолжаете смотреть ФФА-сериал «За Шотландию» в Sid Meier's Civilization 6 Rise and Fall. Если же не продолжаете, а видите эту партию впервые, то рекомендую перейти к первой серии. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Испанец. У меня у испанцев почему-то показывает, что у меня 17, 18 науки вход. Это нормально? Это правда. Ну, сколько есть? Я боюсь, это правда, да. А что, у Ацтека 22 тебя устраивает? Я Ацтека не нашел, просто я думал, это глюк какой-то. Ацтек умер где-то. Теологию ускорил. А что это я сделал? Создал рин. У меня почему-то ускорилась теология. Хотя я никакую руинку не открывал, ничего. Вот сейчас прямо, как будто я религию создал. А там ничего не написали? Мне иногда пишут, типа, передали наши путешественники нам. Ну, я просто увидел эту иконку, что ускорилась теология, и закрыл ее. Не прочитал, к сожалению. Пугался. А что они, а что, как бы путешественники могут типа ходить и что-то находить? Ну, типа такого. Я не знаю насчет, правда, культурный мне еще, по-моему, ни разу не давали, но научную точно на заре не давали. Или наоборот, культурное, что-то я не помню сейчас. Ну, какие-то давали, в общем, вот так вот, просто рандомно. Так, давайте мы зайдем в эту действительно военную тактику и темпо-майор построим. Ну все, Клеопатра, два ход, союз. Время пришло. Да. Что хотите? А какие остались тут где-то? Все, кроме экономического. Ну, научный, наверное. Без проблем. Кира, ты как там на союз смотришь? Я еще не открыл. А, ну как откроешь? Рыцари Нидерландов грабили фермы. Как тебе не стыдно? Блин, мне хочется все-таки поставить тут. Стоп, я открыл давно союз. Я что-то перепутал. Обманщик. Обнальщик. Лёш, ну я в Стокгольм 6 загоню послов. Дальше твоей не пойду. Ну только ты этого Амани уберешь оттуда, да? Губернатора. Губернатора убирай. Ну, как дойдет до 6, я уберу. Так а смысл держать? Я не пойму. Так она дает же двух послов, насколько я понимаю. Ну то есть час-два посла, ты туда отправляешь, еще будешь 6 послов послать, у тебя будет 8, а потом будешь убирать? Нет, я до 6 доберу и все. Вместе с ней включить. Окей.
Ладненько. Здорово. Блин. 96 очков. Из 95. Ну вот как так? Еще 5 ходов. В смысле, еще один, по-моему, ход. 5. А, да, 5. О, так еще есть шанс. Еще там. Кстати, обратите внимание, вот у меня, по-моему, на моей памяти впервые в сетевой игре не за 30 ходов эра начинается, а быстрее. Видите, ну, то есть на 85-м, на 86-м ходу начнется. То есть какую-то эру мы быстрее пролетели, чем обычно. Ну, скорее всего, тут... По-моему, наоборот, медленнее. Не-не-не-не, просто из судостроения, то есть из античности, можно попасть в возрождение сразу, выучив картографию. Да, мы... Обычно из-за этого быстро все это. Средний год. Короче, кто-то вышел в картографию. Ну, я сколько не играл, я всегда иду по верхней ветке. Будем знать. Если рядом нет арч. Или он союзник. Поздно. Да, слишком поздно. Ну. Все, я обидел. Да нет, это я обиделся. Ты-то чего? Где мой колидей? Я смотрю на клетку, тут даже дорога есть, а... Ну, здания нет, и мне так грустно становится. Ты Тадж-Махал. Колизей уже. Кстати, Колизей никто и не рашил, ты по большому счету. Не рашил, ну, никто, конечно, да. Никто не рашил. Я его поставил, когда он 4 хода строился, и все равно не успел. Так ты его поставил просто на 2 хода позже меня. Он 5 ходов строился. Мне, видишь, надо было поселенцев построить. Чуть-чуть. Второй раз. Стерлинг медленно растет даже с храмом Артемиды, которая еду дает там. Еще пшеницу надо. Не, надо вот тут город ставить. Подумать только где. Вот тут, наверное, на берегу этого озера. Нормально. Чудо, конечно, не достаю, но... Всякие... Прикольные... Такой вопрос, в столице или в Абердине? Я бы, конечно, в Абердине больше, потому что тут 4 клетки, а тут всего-то там строители, давайте тут. Так, кого повысим? Пингалу. Мне кажется, это зря. Я, по-моему, уже университет построил здесь. А, нет, не построил. Почему Гонконг уже ходов 20 стоит рабочим и не обрабатывает камень? У него другие планы. Он уже там и рабочим стоит, просто ничего не делает. А я так понимаю, арчи вообще нереально найти, да? Это кто спрашивает? Ну, если вы не встретите где-нибудь. Где, например? Не знаю, если он через испанца пройдет, там вправо, ты там по берегу будет стоять. Короче, арч надо Мадрид захватить, чтобы я его нашел. Да, неплохая идея. Так и нации это делают. Ну я смотрю, по территории нам тут по-любому надо было бы воевать с испанцем, так что ничего такого я плохого не сделал.
Ну, если что, я жду Мадрид. Я бы у нас по три города, у нас, смотри, тебе больше некуда ставить, и мне больше некуда ставить. Ну, мне наверх, вниз, помнишь, я метку поставил, я сюда скромно хотел поставить. Ты ее как-то себе поставил, я ее не видел. Ну, себе поставил, поставил. Ну, там, короче, у Мадрида снизу селитры есть в четвертом радиусе. Вот, вот здесь. Вот прям на селитре ты сейчас метку поставил. Ай, нам не возвращаться, что я Грей не нашел. Если ты ее открыл. Чтобы у меня рыцари все у меня были. Мадрид, это который 18 тех открыто, да? По-моему, это прозвучало как-то презрительно, да? Я просто не да, Димка, ты как у меня 17, так что я вообще вдвойне обиделся. Кстати. Я бы сказал, что высокомерно звучит. У всех 120, 130, 100 науки, а у нас тут 20% от лидера. Да и культура тоже. 60. 50. Ну, 60-50 это не лучший показатель. Там 100 и 150 как бы есть. До 15 еще не могу вырасти. Немножко. Союза нету, у испанца, ацтек, испанец, вам до союзов далеко? 5 ходов. Спасибо. 7 ходов. Это видео создано при поддержке глобальной космической браузерной стратегии consolewar.ru. Вот уж где действительно огромный мир. Одновременно может участвовать большое количество людей, и все они находятся в одном космосе, в одной галактике. Так что заходите на consolewar.ru и после регистрации используйте словосочетание «Лёша Рептилоид». Ну вот, вот эту тему с генералами, они как это обосновали? Или это никак. Типа банк был? Или это было так и задумано? Никто не знает, если честно. Они никак это не прокомментировали. По-моему, я этого даже в почтомтах не видел. Да, я тоже этого не видел. Они, по-моему, сами не знали, что или что-то. Ой, мы, кажется, что-то исправили, да? Оно само, мы не хотели. Так вот, дело в том, что непонятно, это исправили, или они так и задумывали, да, типа передумали. Скорее всего, исправили. Я думаю, они что-то исправили другое, а это повлияло на это. Вот это да, вероятно. Хорошая схема. Главное, работает. Мы хотели сделать хорошо, но получилось как всегда. Ради посла. Хотя вообще куда он нам тут? Цивилизованный мир. Найдитесь кто-нибудь над Алексами. Я мрамор. Вот мрамора у меня. 4 штуки. Кому? Дикари, добывающие мрамор? Интересно. Я бы обиделся на такое. Кто это сказал? Это я сказал. Охотник на привидение. Упоролся. Я уже выплыл. Я вас буду искать. Тебя, испанца. Лёшу я нашел. Я везу вам сахар, пацаны. Вы хотите найди. Сахар? Плыли? Я, собственно, только Грея не нашел. О, как Грей, вон, его много. Его... А, кстати, сахар. Сахар.
Так, крит на 22 хода. Вот это ход чудес просто. Ты начался на 22. А может там еще что-то есть? У меня теперь вера больше, чем в Египте, с его основанной религией и священными местами. Селитра есть у нас, отлично. Главное верить. Давай еще вот так. Два чая. Поменять все-таки на торговлю с союзниками вашей торговой пути плюс 2 пищи и плюс 2 производства. И очки союза растут быстрее. Хотел бы, наверное, поселок, блин. А еще торговец есть. А, вовремя. Я кругосветку совершил. Это удачно. Да. Плюс 5 очков, извините, это неплохо так, своевременно главное. Я вот тут 2 чуда строил, а он просто кругосветку сделал. Я вообще-то 3 чуда строю. Так тебе уже не надо от меня. Нет, мне еще надо, я еще не набрал 107. Отменяй. Да подожди, ты, я сейчас любимое чудо Грея построю. Какое? Я бы отменил. Ааа, я знаю какое. Знаешь, что за миссионеры в воде? Купаются. Они там рыбы обращают. Рыбу. Купаются. Религия краба. О-о-о. Я не понимаю, почему Леша еще не захватил ацтека и испанца. Ну зачем? Леша добрый. Там он по счастью просядет очень. Ну да. Страна третьего мира, колонии, там все дела. Может, мне лучше с ними торговать? С туземцами? Ну, с ними сделки, как правило, не очень дорогие. Они ко мне стекляшки. Караванчики отправляют. Бусы, стекляшки. Они мрак. В общем, это цена войны. Так, ну вот. В принципе, это неплохой торговец. Может быть, и можно взять. Будет. Сможем построить только венецианский арсенал. Сердечный, это уже построен. Ну так строй. Нельзя. Ты... Почему нет? Нет бана. У нас нет бана. Зачем идти? Да, его вроде бы немножко почикали, порезали. Нет. Не, по-моему, порезали, что он теперь только в том городе, где построено, может, что-то задание дает. Я думал, его построить давно, но просто ни у кого из городов нет на побережье. По-моему, ничего не поменялось.
Не, может, с этим патчем что-то поменялось? Они, по-моему, в этом... Когда обновление делали, так писали. Я воевал с немцем, с арсеналом. Он строил везде. По-моему, везде, как он говорил. Но он дико радовался этому. Это его не спасло. Конечно. Они пофиксили. Ну вот, если у нас бана нету... Давайте проверим. А чудо дает сколько к этому капохе? Еще. В зависимости от того, от 4 до 1. От чего зависит? От того, чудо какой эпохи. Индонезийцы, ты не исследовал вот Нижнее море, ну, под Джакардой и Тубаном, оно внутреннее? Там, нету, там даже островов нету. То есть оно внутреннее? Да. Но его только может Япония и Индонезия исследовать, насколько я вижу. Почему? Все могут исследовать. Уже-то все могут. Ну, как бы туда проплыть можно только через Индонезию. Потому что снизу проплыва ни с вашего материка, ни с нашего туда нет. Так высаживаешь юниты сухопутные на воду и вперед. Ура! Что-то я об этом не подумал. Сложно, да? Но схема работает. Тут вот Египет и Шотландия только так и... Ну они там горцами, я так понимаю. Ой, я, кажется, надолго отключил запись. Сейчас я гляну. Да, на 6 ходов пропущено, но на самом деле тут ничего особо не происходит. Пока иду в развитие, вот начал военные лагеря строить, у меня план простой. Гонконг, идти зараза. Вместо того, чтобы обработать камень, он его выбил. Танки и танками уже... Значит, корпусами танков захватывать точно. Индонезийца пробовать. Но он давал бы бонус... промзоне, а так мне кажется, зараза, должно получиться. Должно получиться еще такой плацдарм для атак с двух главное, сторон. Главное, чтобы пожрать. Вот он и сделал поле риса. В общем-то. Да у него и вообще, вроде как промышленный город. Ни одной шахты нету. Да, да. Мне, да, мне нефть нужна. Это будет проблема, если у меня нету нефти. А это бывает. Частенько у меня бывает в последних играх. Нитровую шахту как раз ускорю. Два форта, надо два арбалетчика ускорить. Это мы все сделаем. Вообще, знаете, давайте в мастерские. Тут я. Я ни гава, ничего, это я ускорить не могу. Надо туда выйти, а в это время пока ускорю вот эти снизу. Что там началось? Пионы, по. Тырит все подряд. Да, вот шпион лазит. А я думаю, на друге. Так, тут шпион построен. Я совершенно забыл о нем. Мне стыдно. Ну как сидит вперед? Да, можно его убить. Я его арчика отдам. Они с ним что-то уже это приношение сделают. Съедят его. Давай.
картография, рыбацкая лодка, дингелит. Ну, кстати, можно тут эту рыбу обработать. Что-то я о ней забыл совсем. Священное место прям поставил рядом с чудом. Даже священное место рядом с чудом поставил, я смотрю, индонезиец. А чё, ходов через 60 накапает. На что? 14. На пророка. Его уже на самом деле проект промышленная эра. Сейчас там проекты много дают за после того, как первого поставили эту пророка. И потом потихонечку, полигонечку. Глядишь, еще на одного рабочего хватит веры. А где Арчи искать, Леша? Вот от твоих гранит, где я оказался. Там рядом, рядом, внизу. Смотрю. А, ты имеешь, ты плыл? В лаборатории ты вышел, да? Ты плыть имеешь в виду? Не-не, ну у меня скаут стоит рядом с твоими границами. Где? И без понятия, какой там город, я его не вижу. А, но там отсюда... есть военный лагерь. Отсюда далеко. Ты, ну, короче, иди вниз, ты там встретишь испанца. Потом как-нибудь испанца попробуйте попросить проход. Испанцы-то я каравалкой уже доплыл. Так у меня там рабочий стоит, высматривает. Ты вдоль берега плыви, видишь? Я так японца встретил. Вдоль берега какого? Испанского? Арчи, нам-то не рассказывай, какие рабочие у дикарей. Расскажи. Просто какой-то туземец стоит и смотрит вдаль. Рабочий у него. Удивительная вещь там происходит. Какие-то корабли плавают через океан. Было бы эпично, если бы это испанцы плыли. Смотрите. Корабли? Он просто фантастику пишет. Великого писателя хочет получить. Даже руку с этого соплеменника. Так. Тут что у нас как дополнительное золото от зданий? Ага. Довольство с двумя. Наука, да, это круто. Давайте посмотрим, что лучше, бонус соседства или это. 169,8 было. Я просто сейчас хочу пока взять на апгрейд. Мне надо апнуть двух лучников. О, это покруче. Но еще бонус можно все-таки взять. Раз. Два. Вот. Литье открыли. Я что-то взял, построил. Военных лагерей пачку. Скиньте тут лучшие друзьяшки в этом мире. Так. Случайно не тиммейты там? Я репорт уже скинул. Грей со всеми тиммейтов. Да, я репорт написал. Скоро там нормальные инженеры пойдут. Сколько мы еще ждать будем? Да ладно. Ночь вход. Как сказать? То есть ходов через 40. 38 ходов там. Капец. Просто ад.
То не факт, я, может, даже испанцу передам данное первенство. Хотя я, если откажусь, он уже точно ему достанется. Это ад. Так. Вот, в чем мне написали. Собирая информацию по всему миру, вы обнаружили научную информацию, неизвестную вашему народу. Не скорее. Ну, читы какие-то. Так это может за это? Win? Нет. Кирвинки. Забудьте артефакт. Естественно. Скажите, пожалуйста, далеко. Что за союз второго уровня? Союзов есть три уровня. Открой вкладку союзов и посмотри. И один из них второй. С тем человеком, с которым у тебя союз. Ну, ты где мне форты строить? У нас на следующем ходу второй уровень будет уже. Вот здесь надо. И здесь. Литьё, нарезные стволы, экономика, хила. Эх, лучше бы стали варенье. Хотя химию ускорили. Нарезные стволы. А, это селитровая. Экономика еще. Ну, нормально, в принципе, ладно. В общем, в этой игре я построил два польдера. Неплохо. Ну, как я и говорил, в Батавии и в Карфагене. Ну да. Не, ну ты еще можешь в Эдхольне поставить один. Ну, в общем, можно. Так, это друг Арчи, так а где ты стоишь-то? Очень важно. Я там рядом с испанцем. Ну, у меня каравелла под Мадридом, но как бы она не может. Бежать и его исследовать. Кстати. Я вижу твои границы, но у тебя не. Вот у меня тут есть. Ты а я стою на другом берегу. Рыцарь. Ну а ты можешь сюда привезти что-нибудь? Я вот камень даже вижу. Видишь, 2-1 камень рядом с селитрой, рядом с Мадридом. Веду. О, все, отлично. Встретились два одиночества. Где он там стоит? Где? Я ищу.
это уже просто как помощь бедным нациям было выделено. Над Мадридом или под Мадридом? Кто? Ну, Арч там стоит. Вот. Лошатый. А может тут ферму поставить все-таки? Я просто тут хочу тут форт и тут форт. И это будет у меня ускорение. А давайте начнем межконтинентальную войну. Давайте. Начинай. Я, правда, с Голландией в союзе, но ладно. Блин, Сандра, прикольно, посмотри на карту, на твою границу северную. Так. Такая ровная линейка. Так забавно, вокруг Роттердама три нефти. Но он только до одной может быть. Подколол так подколол. Одной ему хватит. Это Кир с наукой сдулся. Так вначале. Кир. Потому что медок городов мало. Меня тут заперли, ребят. Ну что ты их не вынес? Ну как бы тяжело. Даже не попробовал. У них есть бомбарды. Ну сейчас-то, конечно. И лучники. Там уже археологические раскопки. Блин, я на следующий ход достраивал. Ну, а кто-то лез. Что делать, что делать? Видимо, стратегический лес специально под рурку оставленный. Я просто у себя не нашел такого. Там их два даже было, я же скажу. Ха, Стокгольм. Я плачу. Я нашел этот город. Так, а что я не могу последний построить? Слезы радости. О, блин. Наконец-то. Так, две бомбарды мне надо. У нас побыстрее. 32 производства, 43-55. Я приплыл миссионером, и Стокгольм попросил обратить его. Обратить его. Я люблю тебя, Стокгольм. Идите обнимите папу. Так, что там у вас еще есть из ГГшек, ребят? Не, ничего нет больше. Как это? У нас вообще на территории есть. О них. 4. У нас 5 городов. Видишь? Наши. У вас так. Ну, так и где они? Признавайтесь. Ну, Иерусалим ты нашел? Нет. Там наверху. Не нашел. Да. Тяжело тут, конечно, ходить. Это он над
Маджапахи там справа, да, где-то? Нет, он справа над Стокгольмом. Высоко, высоко над Стокгольмом. Да, он там далеко. Наверху. Над Маджапахи там ничего нету. А у нас кто-нибудь вышел уже в лаборатории? Кир, я не знаю. Ти. Ну нет, еще никто не вышел. Да никто не вышел. Никто еще не вышел вообще. Даже не рядом. Даже в новое время рядом, никто не вышел. Мне тут написали, что мир никогда не видел подобной мощи, арбалетчик — основа нашего могущества. Это троллинг. Норм план, чё? Мне кажется, тебя троллили, либо испанцы. Да, мне тоже кажется, тебя обманывают. Ну, не знаю, 3 очка эпохи дали, так что я согласен на такой обман. Ты только арбалетчик построил? Чё? Не видел такого. Ну это же это, ну пишут так, когда первая армия в мире создана. У тебя есть армия арбалетчиков? Есть. Все, ливаем. Думаешь, уже пора? Да, этого я возьму. Неплохой губернатор на самом деле. Ой, губернатор. Лишнюю прокачку губернаторам дает и золото дает. Почему нет? Союзники, а вам приходит предложение продлить? Что-то у меня оно как-то не работает. Ага. Убили. Эй, я кого-то убил. Я бы так не радовался. Шпиона какого-то убил. У меня тут шпионить. Тебя, конечно, лучше поймал, но это не важно. Поймал его, парни. Ебали, Тор. Поймал. А почему, кстати, бонус от ГГшек? Тебе, понял. Там же бром промышленный дает только бонус, если здание строишь. Думал, почему не пишут просто сразу, как вот библиотека, универ, там пишут сразу бонус кэшек, а эти не пишут. ...269 культуры. Нафиг тебе уже столько, ты уже в армиях. Да я как-то не стремлюсь. Нам просто есть. А он туризмом не собирается побеждать? Как может? Бы 4 из 57 уже. Только у него... Уже 88 туризма. Но я могу разрушить Карфаген. Давай. Фаген должен пасть. Там ни одного района нет. А, нет, гавань есть. Очень страшно. Ну, ты... Ага, ты еще Эрмитаж строишь. Да, он в культурную победку. Но у него считают... Ну, я могу, вот, говорю, Карфаген смогу. Смогу прийти, по-моему. Я вообще даже без понятия, где он и что он. Я он вижу только меня. Тебя. Какие-то странные разговоры. Я несу свет в этот мир, просвещение. А тут фарвары одни собрались, им бы лишь бы ломать. Ломать. Так, ну и что у меня тут?
5 рыцарей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Колесник. Ну, еще лучник, между прочим. Вот у меня хороший только один город, Стольня. Как-то не... Мне надо открыть города Ацтека, чтобы к нему посылать караваны, а не к индонезийцу. Мне уже к индонезийцу не надо. Кстати, фабрика нужна здесь и вот в этом районе, это чей? Абердина. Вот в Абердине надо еще фабрику будет построить. Да, и надо еще в эти воздушные шары будет заглянуть. Постройте чудо светопромышленной эры. Рурку уже построили, Оксфорд остается. Би и Биг Бен. Может в Биг Бен выйти его построить? Арчи опять за мной нехорошую. Соснула. Ай-яй-яй. Не может быть. Ну, мы же не догоним. Давай хоть чтоб веселее нам было. Какая-то короткая эпоха. Ну вот быстро, я же говорю, вот мы в прошлые все сетевые игры играли, у нас были эпохи по 30 ходов все, ну то есть по максимуму возможному. А в этот раз, я думаю, что слишком много сделали упор на науку, и плюс еще Грей сделал упор на культуру. Ну то есть очень быстро половина выходит в следующей эпохе. То есть сейчас уже закончится эпоха, получается, на 105-м ходу, да? Хотя обычно это 120-й ход.
Видели бы вы, какие красивые холмы. Тундры. А я думал, ты в Сузах построишь. Где? А, Токио. Понял, построил. Ах, ты еще и в городе с Руркой его запихнул. Ну так. Офигеть. Но они красивые, да. Ну, выглядит неплохо, да. Мы их, кстати, видим сейчас. Ну видно. Да, кстати говоря. Испанец тебя кого, уже кого? Выносит? Да нет. Но как бы... Город-то один точно потеряет, вторые... Да у меня... Долго. Может, мне все-таки их лучше захватить, а не индонезийцы. А то не смогу индонезийцы захватить. Еще какой-нибудь усилившийся ацтек там будет, хотя... Да не, я не думаю, что они могут меня... Блин, надо было апнуть, а потом соединять с рыцарями первого уровня, блин. Ты дебил. А я поменял уже карточку. Ацтек, привет, брата! Кого я нашел? На тебе сахар, друг. Прям бесплатно тебе за встречу, на. Просто так рад, вот сотый ход, ну юбилей прям игры, я встретил ацтека, ну это чудо какое-то. С одной стороны, хочется и в мобилизацию быстрее идти, а с другой стороны, хочется открыть археолога. Лёш там армию настроил. Чего, шляпа? Лёш, ты чё? Снесу вас с испанцем в итоге. Нахер вы мне тут нужны под попой? Давай, ацтеков вначале. Как бы меня потом. Ну, в принципе, когда... А какая разница? Как минимум на ацтека напрёшься. Я тут в углу буду сидеть. Хочет пожить подольше. Интересно, а почему у меня не строится? Я же открыл уже. А или только военная академия, как можно корпуса и армии строить. А, еще и Вавилон на карте есть. Вот это офигительный торговец, блин. Вот, чтобы мне точно небо было. Эх.
Сейчас я открою меркантилизм следующим ходом, апну 5 колясок, чтобы с рыцарями их использовать. Кто спонсирует испанца? Признавайся. Я. Так, ну, тихой сапой Египет разносит свою веру. Вы в курсе? Надеюсь. То есть он тут ко мне уже приперся. Даже ко мне приперся. Да он так-то по науке первый. Не бойтесь, ему есть противовес. Всегда вы можете принять мою веру. Так ты ее принеси. Мы ее примем. А, не надо. Хорошо. Ну, по-моему, имея 50 веры в ход, сложно выиграть. Очень. А где ты видишь, сколько у него веры в ход? Ну, в религиозной победе. А, точняк, блин. Я забываю. 57. Главное посеять, она сама дальше. Боже, у всех какая-то вера в ход даже есть, только у меня плюс 3. Ну и ацтека с испанцем по нулям. Загляните на consolewar.ru, а на этом пока все, продолжение будет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.